министр образования и науки Татарстана Энгель Фатахов ушел в отставку. На этом посту его сменил экс-министр по делам молодежи и спорту, депутат Госсовета Рафис Бурганов. Соответствующий указ сегодня подписал Рустам Миниханов. В Казани за выходные выпало 60% месячной нормы осадков. С городских дорог вывезено 3 500 тонн снега. Аэрофлот объявил о задержке нескольких рейсов из Шереметьево в Казани Челны из-за плохой погоды. Выработать жесткие графики работы и следить за качеством ремонта объектов культурного наследия. Такие указания дал Рустам Миниханов во время обхода исторических объектов, где сейчас идут реставрационные работы.